Несмотря на то, что учебный год только начался, в Анапском филиале университета имени Шолохова сегодня отмечали вручение дипломов. Свидетельство о пройденном курсе обучения по направлению менеджмент в гостиничном бизнесе получили выпускницы пенсионного возраста. Учиться было очень интересно. Преподаватели у нас хорошие, дали нам очень много. Но я думаю, что мне это поможет в дальнейшей работе. Галина Богданова 30 лет работала в Сибири диспетчером на электроподстанции. В Анапу переехала 4 года назад. После выхода на пенсию, активная по жизни, она не смогла сидеть дома. Как и у каждого человека, была у Галины Александровны заветная мечта – получить профессию администратора. Увидела в газете объявление о курсах обучения и сразу же обратилась в центр занятости. Занятия проходили, нам давали и в устной форме, и с компьютерами нас познакомили. Было очень... Ну, компьютер – это было что-то, конечно, было очень интересно познакомиться с работой на компьютере. Галина Богданова уже трудоустроена. Новая работа ее ждет в федеральном детском центре «Смена». Обучали взрослых студентов преподаватели из индустриального техникума и Новороссийского учебного центра «Профессионал». Около месяца женщины-пенсионерки сидели за партами. Помимо администраторов, 7 человек повысили квалификацию по специальности «Пользователь ПК» и 3 человека изучили программу 1С-бухгалтерия. Они в основном все те, кто уже хотя бы год побыли на пенсии. Они очень активные, очень столько хотят изучить нового и очень хотят идти работать. Не упустили свой шанс обучиться 120 жителей Кубани, вышедших на пенсию. После получения знаний и навыков дипломированные специалисты могут приступать к работе. Центр занятости населения Анапы будет помогать женщинам успешно трудоустроиться.